Стоит ли добавлять ананас? Добавлять ли ананас в пиццу? Нет. Но большинство просто проголосуют за нет. Бегите! Я бегу! Я бегу! Но я не могу бежать! У меня нету шифта! Я бегу, 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 бегу! Меня заставили выбрать ананасы. Простите. Вы курите? Видимо, да. Моя бабушка курит трубку. Трубку курит бабушка моя. Всем здрасте, с вами Настя. Добро пожаловать на канал Инсомни и ваши бессонные подруги. И сегодня мы поиграем с вами в игру под названием Fork Road. Игра обещает нам столкнуться со страхами, которые мы не испытывали раньше. Также игра направлена на головоломки, которые мы должны разгадывать. И обещают еще сюрпризы, о которых мы не могли даже и подумать. Звучит многообещающе. Вам я желаю приятного просмотра. И поехали. Игра будет автоматически сохранена после прохождения уровня. Так, хорошо. У нас тут какая-то картина. Белый квадрат. Малевич. Ага, даже вижу, что немножечко листаешь. Такой чик-чик. Мышка. Клавиши. Понятно. Тук-тук. Здравствуйте. Чё вы... А это куда? А это куда? Ну, вроде пишется. Вроде игра пишется, так что все хорошо. Дверь закрылась. Прекрасно. У нас тут прекрасные картины. Красивые картины, я бы сказала даже. Ой. Давайте сыграем в игру. Да, нет. Нет. Это что, если я выберу нет, мне отрубят голову? Здесь либо да, либо нет. Здесь какая-то статуя. Ты ж мне... Вроде пока что все нормально. Сердечко аж чуть не остановилось. Извините, у вас нет выбора. А в чем был тогда смысл? Предлагать мне этот выбор, если у меня его нет? Шутки шутим. Ага, давайте сыграем в игру. Нельзя пройти. Ну да, а что еще делать? Только да, остается. Что тут есть? Есть прекрасная статуя. Что тебе дать? У меня ничего нет. Могу рок дать. Дать рок тебе. Рок отломать и дать. Все прекрасно, все хорошо. Да ёпта. Это что, что-то у нас крутится, вертится? О, у нас один пазл появился. То есть мы должны собрать всю эту картину, я так понимаю. Отлично, давайте начнем с чего-нибудь простого. Это было непростое, да? Это был непростой выбор. Без выбора. В принципе, все прекрасненько. Хорошо, идем. Только недавно обсуждали, что я в математике очень плоха. Так, хорошо, 1 плюс 8 умножить на 7, минус 9. 8 на 7, вспоминаем таблицу умножения. 6 и 8, 48. 7 и 8, 56, по-моему. 56... Плюс 1, 57, значит 48. Чего ты меня пугаешь?
Он мне реально специально он здесь поставлен, он будет меня рубить, я так понимаю. Попужа просто. Юты. Оптимизация. Так, правильно. Хорошая работа. Теперь попробуйте что-нибудь другое. Например, что-нибудь другое это что? Что другое может быть? О, телефон. Кто-нибудь ответит? Алло. Алло. Здрасте. Алло. А чё это ты? Да, а чё делать-то? Не тыкается. Сколько раз звонил телефон? Алло. Я откуда знаю? Я не считала. Сколько раз я сказала алло? 6 или 7? 6 или 7? 7 или 6? Алло. 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 Ну, уже, конечно, больше, чем тут показано. Но, по-моему, 6. Боже, этот рыцарь меня пугает. Я не могу. Он меня просто вот прям... Все правильно? У вас пока все получается. Что, 6 раз позвонил? Серьезно? Хорошо. Так, картина. Рыцарь слева, справа статуя целая уже. Что? Нам нужно что-то запомнить. Две ноги, белые штанишки, черный пиджак, ну этот, да, перо пальцем. Это что такое? Палец смотрит, это сабля. Ну, да, все вроде. Два глаза. Женщина. У женщины 2 глаза. В белом платье с собакой. То ли с глазами, то ли без глаз. Женщина на дудочке играет. Сейчас скажут, сколько деревьев вы видели, да? А я не запомнила. Мужчина с бородой. Так, что здесь? Это что, куриная лапка? Нет. Да? Нет? Нет, да? Непонятно. Какая-то брошь. Кольцо написано... Ой, на это, на мизинчике. Красная штучка. Ты что, дурак? Ты дурак? Напугал меня. Что держит в руках человек? Что держит в руках человек на первой картине? Саблю. Колющий удар меч. Скимитар. Похоже на скипетр. Скипетр. Но нет. Ты что думаешь? Ты что-то думаешь? Колющий удар меч. Ну сабля. Ну сабля же. Сабля же. Меч. Я просто не знаю, что такое скимидар, честно говоря. Может быть, это сабля? Ваш ответ близок, но не... Ну, не совсем, значит, сабля, да, видимо. Прекрасно. Понимаю. Спасибо. Так, еще. Еще раз. Так, на этот раз ты быстрее появился, спасибо. Так, других вариантов нет, да? Ну, значит, этот вариант. Если мы тут неправильно ответили, то, наверное, этот. Получается, скимитар это сабля? А в чем была проблема написать просто сабля? Я бы поняла. Сабля. Грядут новые испытания. Какие? Идемте вперед. Стрелочка. А мы пойдем в другую сторону.
Закрыто. Понял. Блин, я этого рыцаря теперь буду опасаться. Что надо? Посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Готово. Нет? Стрелочку. Что такое? Ёперный театр. Что такое? Плед. В какой рубашке ходят зомби? Я аж откуда знаю, я видела только глаз зеленый. Полоску в плед. Но он же в рубашке был. Полоску плед. В полоску плед. Полоску. Блин, я даже не заметила. Прошли? Посмотрите еще раз. Не угадали. Понимаю. Ну, погнали. Смотрите еще раз. Ну, в клеточку, хорошо. Так, плед, да, нам сюда. А ты еще раз можешь появиться или нет? Или это только одноразовая такая акция за круг? Видимо, одна. Хорошо. Ну, блин, сложно на самом-то деле. Над нами просто начинают издеваться. У вас очень хорошее зрение. Потрясающе. Божечки, я испугалась тыкв. Их нужно считать. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Подожди, 40... Так, 48, запомнили. Сколько здесь тыкв? Че, серьезно, нужно было посчитать? Я думала, это заранее, так, на всякий случай. 199. Так, 48. Ой, а можно их как-то, нет? Так, хорошо. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Так, я, видимо, где-то облажалась, да? Ну, давайте одной не хватило. Я что-то где-то, видимо, облажалась, пусть будет 99. Пофиг. Все равно кажется, что неправильно, так как обычно. Я имею в виду настоящую тыкву. А? Чего? А как понять? А кто из вас настоящая тыква? Настоящая тыква? Они все... Ну, начнем с того, что они все не настоящие, потому что мы играем. Да? Как бы как понять, что это настоящая тыква, а что не настоящая тыква? Вот как понять? Ёб твою налево! О! Все исчезло. Сколько здесь тыкв? Ну, наверное, ноль. А, ну ни одной настоящей, правильно. Ни одной настоящей. Ой, наоборот.
Да? Ну да. Запуталась. Днем тыквы, блин. Спасибочки. И вас того же. Идем дальше. Что это? Трубка. Вы курите? Видимо, да. Моя бабушка курит трубку. Трубку курит бабушка моя. Смотри, огонька тебе могу дать. У меня есть, мне не надо. Ой, господи! Ты зачем тыкву напялил? Еще не настоящую. Ну, вопрос подвоха был, да, я так и думала. Хорошо. Так, чего? Еще раз, братья? Вы курите? Нет. Ты кто такой? Ты куришь? Ты кто такой? Ты... А где женщина? А где женщина? Ну что? Ой, ты ж, ёпт! Курение вредит вашему здоровью, нет. Боже, этот рыцарь меня реально... Вот я буду проходить, мне кажется, он просто меня фиганет этим мечом. Вот 100%. Сохраняйте свежесть воздуха. Так, все, идем дальше. Ой, блин. Слишком медленно. Да, а я могу бегать? Я ж не могу бегать. Еп! Что ж вы меня пугаете-то так? Так, а как мне успеть? Намана. Это было близко. Сколько лазеров? Ну, 6. Я бы смеялась, если бы это был неправильный ответ, и рыцарь бы каждый раз рубил бы этим мечом. Вот это было бы нормально, мне кажется, да? Быстрый бег способствует прогрессу. Правильно? По итогу-то. 6? 6. Так, что это? Фоточку. Сейчас кто-то рожу, да, покажет? Тебя нельзя сфотографировать. Ящики тут перемещаются. Ах ты, падла! А если я подойду? Чё? 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 А если сама насажусь? Нельзя. Понятно. Вот, вот он и подвигался. Какого цвета последняя вспышка? Да я аж откуда... Синий бирюз... Синий бирюзовый. Ну что-то было. Что-то было. Синий или бирюзовый? Давай синий выберем. Кажется, бирюзовый. Еще бы написали зеленый или цвета сопли. Хорошая фотография. Спасибо. Что, правильно, правильно? У нас тут сколько? Раз, два, три. По 6, да? То есть у нас еще 12.
15. Еще 15 должно быть. Да, вот таких вот. Так, хорошо. Ёпт. Какого цвета у него глаза? Игра, ты надо мной издеваешься? Ты играешь со мной, да? Коричневый, черный. Ну пусть будет черный. Я ж откуда знаю, я не видела. Он же просто прошел. Че, к нему нужно было в притирку прям подойти? На этот раз посмотрите внимательнее. Хорошо, то есть к нему нужно все-таки поближе, да? То есть он идет, и мы идем. Ёпт! Напугал меня. Какого цвета у него глаза? Зеленый, красный. Ну, слушай, по-моему, был красный, если я не ошибаюсь. Следующий. Следующий, проходите. Ой, божечки. Остановочка. Стоит ли добавлять ананас? Добавлять ли ананас в пиццу? Ой, ну это очень сложный вопрос. Кто-то добавляет, а кто-то не добавляет. Это по вкусу. Ну, например, нет. Но большинство просто проголосуют за нет. Бегите! Я бегу! Я бегу! Но я не могу бежать. У меня нету шифта. Я бегу, 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 бегу. Меня заставили выбрать ананасы. Простите. Меня заставили выбрать ананасы. В этом вопросе никогда мира в этом вопросе. Хорошо. Ладушки. Что произошло? Потух свет. Боитесь ли вы темноты? Это риторический вопрос. Нет? Ну нет. Ёпта, ты дурак, ты фигли делаешь. Ой, божечки. Туки-туки, таки-таки. Источник питания, освещение отключено на некоторое время. То есть, если бы я выбрала, да, то мне бы... Так, я дверь не открывала. То мне бы оставили свет включенным. Все, я теперь без света. Теперь кто-то позади вас. Ага! Никого. Ага! У него открыт рот? Нет. Он стоял, просто улыбался без зубов. Беззубый мальчик. Синенький такой. Уже. Будьте готовы к предстоящим испытаниям. Так, хорошо. Залетаем. Мне нравится. Мне нравится. Так, что? Поменялось? Ёпта. Сколько зомби вы видели? Я лично видела трое. 5-6. Но их, видимо, было больше. Либо меня опять обманывают. Еще клик-клик-клик-клик. Ну, пусть будет 5. Я не знаю, сколько. Я видела только трое. Может быть, их было больше. Кто ж их знает? Это ведь не так сложно, правда? Ну, для кого как? Посмотреть в твои глаза прекрасные. Давай посмотрю. Раз, два,
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Сколько здесь отпечатков рук? 12 или 11? Я посчитала 13, два, которые были так на мне. То есть, наверное, 11. То есть, их, наверное, не надо было, да, считать? 11. Я думаю, вы точно сможете принимать новые вызовы. Алло. Так. Кто такой? Ты кто? Кто убил его? Слева, справа. Тебя кто-то убил? Ты уверен, что ты мертв? Слева, справа. Има? Он убежал. А ты? И он убежал. Давай слева. Я услышала какой-то звук, как будто бы слева, нет? Не было такого. Исследуйте место преступления. Так, хорошо. Ё-моё! Исчезли. Место преступления. Так все чисто. Чего? Что я должна сделать? Что я должна сделать? Здесь все чисто. Может быть, ты его убил? Ты его убил? Ты его убил? Или ты его не убивал? И он сам лег. Слушайте, я не знаю. Давайте слева, типа, справа налево перебежал чел. Только мы уже выбирали слева. Как-то может быть слева, если мы уже выбирали слева. Помощь прибыла. Давай! Что за помощь? Что за помощь? Чего? Кто убил его? А, теперь их вообще нет. Чего-чего? А, другая картина, погодите. Теперь идите направо. Японы. Напугал. Так он не мертв был, получается. Вы так же хороши, как Шерлок Холмс. Ну, слушайте, мне до Шерлока Холмса еще далеко. Ну, спасибо. Так. Желтенький, хорошо. Кто-то идет. Не стойте здесь в оцепенении. Да блин, я ж не специально. Я думала, мы просто фильм посмотрим, да и все. Божечки. Так, хорошо, значит, мы идем налево, например. Не откро... О! Ваше достижение – это новая веха. Прекрасно. Так, чего? Нам красные книжки нужно посчитать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Готово.
15. Что, карта? О, магический шкар. Шкар-шкар! Ты дурак. Какую руку он проиграл? Чё? Что? Я книжки считала, какую руку он проиграл? В смысле, левая рука, правая, правая рука. Без понятия, угадай-ка. Левая рука, правая рука. Какую руку он проиграл? Еще один уровень пройден, наконец, блин. Че, серьезно? Хорошая угадайка. Заходим. Какая хорошая угадайка. Что такое? Мордочка. Раз. Сколько здесь смайликов? Сколько здесь наклеек? Раз. Два. Три. Раз, два, три. А, это уже не улыбающийся. Ты дурак. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Шесть, семь, восемь. Восемь. Десять? Девять. Ну, давай пусть будет девять тогда. Господи, почему у меня не складывается с этой игрой ничего нормально? Я так плохо считаю. Вы должны быть что-то про... должно быть что-то пропустили. Например, раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Семь. А, все равно. Я запуталась. Восемь, девять, десять. Ну пусть будет 10. Фигли. Ну, в принципе, не нужно было считать уже. Вы победите тьму. Как? Сундук закрытый. Хорошо. Ключик нам нужен, получается. Уйди, у меня есть ключ. Какой послушный. И чего? Что это было? Сундук с сокровищами пуст? Нет, да. Да, ничего не положили даже. Зажали штучку какую-то. Ой, я думала, ответ очевиден. В смысле? Смысле? Ответ очевиден. Чё, не... Чё, не пуст? Пуст уже. Ёпта. Или типа вот эта сущность вырвалась. Ну нет. Хорошо, этого нет. Победа в пределах досягаемости. Опять сундук.
Только уже другой. А чё ты? Ты же без замка. Откройся. Он же без замка. Опять ключ? Рога упали. Не падайте. Все хорошо. Смайлик. Спасибо. Ну, хоть положили что-то в сундук. Прекрасно. Че, мой... Сколько раз вы слышали смех? Пять? Он пять. Юта. Вот же... Или еще предстоит пройти долгий путь? Вы сейчас серьезно? Что-то упадет? Рога больше не падают? Ничего не падает. Хорошо. А что? Ну, вроде как 6. Хорошо, погнали сюда. Я тоже так смеяться умею. Вы отлично справляетесь с работой, но пора сделать перерыв. Вот так, на следующей позиции постоять. Можешь картину, кстати, посмотреть? Может, для этого перерыв и дают? Типа, посмотреть? Что-то... Это вот я, да? Вот такая дива. Постоянно что-то говорю. Это мои зрители, которые такие, боже, на, выпей и отвали. Тут кто-то спит, тут кто-то уже об стену стучится. Этот такой, да, я тебя понимаю. Вот этот уже плачет, этот уже слушать не хочет. Так, нам 3 штучки осталось. 3, хорошо. Погнали. Это что, перерыв такой у тебя? Мы танцуем? Мы танцуем? А чё музыки-то нет? Эй, 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 эй. Танцуем вместе? Нет? Сколько вопросов было задано до сих пор? 12. Сейчас посчитаю. Я же считала, подожди. Я же посчитала, там 6, 6 фрагментиков, 12 плюс 6, 18, 19, 20. И это 21-й. Это, по-моему, единственный вопрос, в котором вот я прям на 100% уверена в этой игре, на который я ответила правильно. Да. Упорство приносит свои плоды. Этот раунд очень прост. Просто идите направо, и вы сможете пройти. Меня облапошили. Вы слишком наивны и доверчивы. Да, я знаю. Ну как? Ну как же? Ну а как по-другому? На этот раз это правда. Просто идите направо, и вы пройдете. Так, ну я могу, конечно, пойти сейчас направо, и по итогу он опять скажет, не, ну вы, конечно, вы вообще пипец какие-то, какая доверчивая. А могу пойти налево. И тогда мне скажет, что? Не, ну доверять же иногда стоит. Давайте будем наивными и доверчивыми.
Пуфик. Опять шипы. Нет? Нет? Нету шипов. Там мяч, который катится до нас. Конец близок, и вы заслужили его. Что, последний фрагментик остался? Хорошо. Кто из них ваш лучший друг? Собака? Кошка? Блин, вы чё? Собака лучший друг человека. Ой, тебя потрогать можно? А, лучший друг у меня же кошечка. Боже, этот кошак немножечко странный. И прямо сейчас моя кошка какой-то шум наводит позади меня. Ну, я выберу кошечку, ладно? Потому что ну, у меня у самой кошка. А так кто-то кошатник, кто-то собачник. Как бы, ну... Это очень сложный вопрос так-то. Все почти закончилось. Я уже начинаю скучать по тебе. Что, мы закончили картину? Кайф. Японский тигр родовой. Вы забыли, что эта игра в жанре хоррор, не так ли? Конечно, нет. Ну ты дурак, ну что ж у меня это? Тудым-сюдым. Поздравляем, это последний уровень. Примите окончательное решение по поводу... Хоррор это или не хоррор? Или что? Вам нравится эта игра? Что такое? Либо да, либо да. Не, ну да. Я да. Я согласна. В принципе, почему бы и да. Заходим. Да-д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 а. Это конец игры. Поздравляем! Ваша запись нормальная концовка. Окей. Саймон Ауянг. Thank you. Можно, видимо, еще как-то вторую концовку получить, да? Ну, нравится эта игра? И я такая, нет, я ухожу, идите нахер. Я ни один из вариантов ответов не приму. Пустите меня обратно. Вы действительно гений, вы знаете, как противостоять другим, ограничивающим вашу способность принимать решения. Но мне эта игра правда понравилась, поэтому я и ответила да. Сюда не хватает танцующего рыцаря. Скрытая концовка получена тоже. Спасибо. Что ж, вот такая вот интересная игра. Классное сочетание хоррора и головоломок. Игра, конечно, просто играла на мне. Лично мои ожидания оправдались. Надеюсь, что и ваши тоже. Хочу сказать большое спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии. Не забудьте подписаться, если вы еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые видосики. А мы с вами увидимся в следующий раз. Еще раз большое спасибо и всем пока.